Єдина краса, яку я знаю, це здоров'я. Генрі Гейне, поет. Вітаю вас, я Наталія Ковенко і це програма «Будьте здорові». Сьогодні ми розбираємося, що таке родимки та невуси, і що про них необхідно знати, чи можна засмагати, і що таке ультрафіолет. Наша гостя – лікар-дерматовенеролог Юлія Бондар. Юлія, я вітаю вас у студії, дякую, що ви приїхали до нас з сонячної Одеси. По-перше, ми вас дуже любимо, по-друге, у нас багато нагальних питань. Здравствуйте, спасибо большое за приглашення, рада вас видеть, рада тут присутствовать. Дорогі гості, дорогі друзі, нагадаю, що запитання наші гості ви можете поставити під час прямого ефіру за телефоном, який, я сподіваюся, ви бачите на екрані. Або на нашій сторінці у Фейсбук, ось так вона виглядає, тому будьте усю програму з нами і у Фейсбуці, і по телефону. Юля, і ми починаємо. Отже, починається літо, сонце світить, нам усім хочеться мати гарну засмаглу шкіру, але скрізь говорять про те, що ультрафіолет дуже шкідливий. Тож, з чого почнемо? Розберемося, що це таке цей ультрафіолет. Здравствуйте еще, дорогие друзья. Хочу обратить ваше внимание, что ультрафиолетовое облучение, это прекрасная картиночка, является спектром между фиолетовым частью видимого света и электромагнитным излучением, рентгеновским излучением. То есть это электромагнитное излучение. И изначально понятия хорошего здорового загара нету вообще. Это защитная реакция кожи на ультрафиолетовое облучение. Покажите нам, пожалуйста, еще раз эту картинку. А можно картинку повернуть? Я хочу обратить внимание на то, что есть три спектра ультрафиолетового облучения А, Б и С. Спектр С практически полностью задерживается озоновым слоем, поглощается кислородом и поглощается углекислым газом, а также парами воды. Ультрафиолет Б поглощается где-то процентов на 90, но те 10%, которые остаются, они прекрасно повреждают нам верхний слой кожи, базальный слой эпидермиса. И Юля, повертайтесь, а какие-то технические проблемы с картинкой, она весь час зникает. Это потому, что девчонки в студії дуже хочуть засмагати. Я вас запевняю в цьому. И ультрафиолет А, он проникает более глубоко, делает более глубокие повреждения, которые уже залегают на уровне дермы. И этим мы запускаем фотостарение, старение кожи. Есть различные эффекты ультрафиолетового облучения нашего солнышка, нашего загара. Мы различаем два вида. Это острое и хроническое. К острым относятся ожоги. Все мы прекрасно, каждый из нас, находясь на солнышке, когда-нибудь и обжигался. Второе, это временное подавление иммунной системы. Тоже помним ситуацию, когда брали с собой маленьких деток, целый день находились на большом жарящем солнышке, и потом, приходя домой, у ребенка поднималась температура, ребенок заболевал как не ангиной, так какой-то вирусной инфекцией. И есть еще такие моменты, когда если пациент чем-то, человек страдает фоточувствительными заболеваниями, например, красная волчанка, при попадании на солнышке обострялись эти заболевания. Хочу обратить внимание, ультрафиолет Б повреждает базальный слой эпидермиса, ультрафиолет А еще более глубокое повреждение, и это уже идет влияние на кожу. Это плохое влияние на кожу. И организм пытается защититься и вырабатывает загар. Юля, где формуется фотостарение? На эпидермисе дерма, там, где у нас появляется. Да. Так что ультрафиолет С остался в озоне, ультрафиолет Б на 10% нам повреждает, ультрафиолет А полностью поглощается кожей и делает сильнейшее старение. Еще есть такой момент при острых эффектах, это обострение фоточувствительности кожи. Если пациент принимает какие-то препараты постоянно, например, антибиотики, например, противовоспалительные препараты, при попадании на солнышко мы будем получать тоже пигментацию, например. Нам треба зараз поставити другу картинку. Да, которая прекрасно нам показывает, какие не особо хорошее влияние делает нам солнышко на кожу. Когда это известная картинка, она уже просто немножко модернизирована, был такой водитель, который всю жизнь ездил в южном регионе Америки, и одна сторона его постоянно была повреждена на коже. И у него очень конкретно одна сторона сохраняла свое естественное старение, а вторая еще подвергалась фотостарению.
К хроническим эффектам действия ультрафиолетового облучения относятся фотостарение, это появление пигментных пятен, это появление гипомеланоза, белые такие пятнышки на коже, особенно на нижних конечностях. Это телеангектазия, это красные сосудики, которые никуда не девают, но красоты нам не добавляют. И это при попадании в дерму обязательно идет, первое это сухость кожи, появление мелких морщинок и потом усугубление глубоких морщинок. Также к самым плохим влиянием, хроническим влиянием солнышка, ультрафиолетового облучения на кожу является запускание процесса предраковых состояний и формирование раковых состояний. Юлечка, давайте тут зупинимося, у нас уже є дзвінок, поговоримо з глядачами, продовжимо. Вітаю вас, ви з нами у студії, говоріть, будь ласка, як вас звати? Алло. Алло, мене звуть, це ко мені? Звичайно, до вас. Ми вас слухаємо, ви з нами. Ага, мене звуть Лена. Так, дуже приємно. Ставте своє запитання, пані Юлі. Да, мене звати Лена, я з города Житомира. Так, Лена, ставте своє запитання. У мене в дочці є такі заболівання, як вітіліго. Так. Дивіться, Лено, відійдіть, будь ласка, від телевізора і говоріть з нами по телефону, тому що ви чуєте себе, я чую себе, і це нам заважає. Ставте своє запитання. Хорошо, я все поняла. У мене в дочці є таке заболівання, як називається вітіліго. Да, є таке заболівання, так. Лена, вы меня не чуете? Да, я пару слов скажу по поводу витилиго. Не знаю, в чем заключался вопрос. Это аутоиммунное заболевание. Когда, простыми словами, своя собственная иммунная система атакует клеточки меланоциты, которые отвечают нам за загар, и оттуда они уходят, либо разрушаются, и эти места вообще не защищаются от солнышка. То есть эти места, самое первое, будут сгорать на прямых солнечных лучах. Если мы говорим о лечении, то это оказание медицинской помощи в специализированных подразделениях, таких как кожевенодиспансер. Если мы говорим о профилактике состояний, это обязательно избегать ультрафиолетового облучения прямых солнечных лучей, использование солнцезащитных кремов и использование лекарственных средств. А чему выникает теологию, никто не знает? Ну, до сих пор, да, полноценно неизвестно, но считается, что это поломка гена на определенном уровне. Это генетическая предрасположенность. И, в принципе, Юля, ну, так, чтобы уже сказать, дать полную картину людине, позбавиться не можно от этого захворювання. Оно будет на все життя. Да, ну, в принципе, сопровождает. Но сейчас есть прекрасные методики, которые дают возможность в эти места вернуться клеткам меланоцитам и выполнять свою функцию, защитную функцию организма. Це важко, коштовно, и где это можно сделать? Да, це коштовно. Это использование специальных кремов. Я не буду фармгруппы назначать, потому что... Да, просто скажите, что это возможно. Это возможно, неплохие результаты, но это длительный процесс, и использование этих нанесения кремов плюс специальное облучение специальными техническими устройствами, скажем так. І ми продовжуємо говорити про шкоду, яку наносить сонце нашій шкірі, так? Про що ми не договорили? Перше, яке одразу ж видно, це фотостаріння, і друге, хронічне, це повреждення кожи, яке приводить до виникнення предракових захворювань і впоследствии ракових захворювань. Якщо ми говоримо о будь-яких образованнях на кожі, вони діляться у нас на доброкачественне, предракове і злокачественне. Злокачественне, понятно, це онкологія. Саме більш-менш безпечне, скажімо так, ті, які вовремя виявлених ситуаціях, це базально-клеточний рак і плоскоклеточний рак. Саме із всіх груп раков агрессивной является меланома. Ее мы больше всего и боимся. Да. Уже доказана корреляция того, что если в среднем молодом возрасте получал человек солнечные, конкретно сильные ожоги, то в раннем возрасте, то в среднем возрасте у него возникал риск появления меланомы. Если получал ожоги в среднем возрасте, то в старческом получал больший риск возникновения базально-клеточного, плоскоклеточного рака. Чи є группа ризику серед людей, кто наибольше е? Обязательно. У нас есть у дерматологов отделение фототипа кожи по Фицпатрику, и первых три фототипа – это люди со светлым типом кожи, светлые глазки, светлый тип волос. Да, это вы. По Фицпатрику мы не все. У вас должна быть благородная бледность. Вы помните, 18-19 век? А я хочу заслать.
Это хэбэшная одежда, это перчаточки, это зонтики, это обязательно лактация, это благородный цвет кожи. Будем приучать людей к этому типу. Да? И обязательно... Давай. Хочу еще два слова сказать про солярий. Я категорически против. Есть уже в Европе и в Америке запрещены именно солярии, потому что это в 7 раз увеличивает риск развития рака кожи. И люди, так называемым синдром диспластических невусов, когда на коже у человека больше 50 родинок. Это синдром диспластических невусов. Это максимально запускает фактор риска рака кожи. Юлечка, давайте про родинки поговоримо, про цей невус, тому що... Їх багато, вони є у всіх. І треба розібратися хоча б з якимись найголовнішими поняттями, щоб дати зрозуміти нашим глядачам, скільки може бути, скільки в нормі родимок, скільки вже це певний є показ до того, щоб піти до лікаря. Які вони, як їх відрізнити і не пропустити, коли вона перероджується в меланому. Тому що родимки, вони перероджуються в меланому. От такі загальні питання. Давайте про родимки поговоримо. Так. Я так розумію, що є вроджені і є набуті. Да, 100%. Як цей процес відбувається? Тому що інколи дитина народжується зовсім совершенно чиста кожа, а хтось народжується вже з родинками. Є кілька видів родинки, які максимально опасні в плані перерождення в онкологію. Це врожденні невуси, якщо не дуже великі і покриті волосами. Це гігантські невуси, так називаємо. Це невуси, голубой невус, ювенільний невус. І это диспластические невусы. Очень часто они выглядят как яичница, серединочка и вокруг такое разрастание. А у нас есть картинки, чи ні? По доброкачественным должна быть. А давайте спробуємо показати ненадовго, тому що я вас прошу, картинки дуже важкі. Ми покажемо, потім приберемо. Це все-таки предракове состояние. Можна уже? Іншу картинку? Ми до цієї ще повернемося. Угу. Так. І це теж і раки, і предракове состояние. Тобто це немає поки що. Дівчатка, забирайте, ми коли будемо говорити про рак, то повернемося до цих картинок. Добре, зрозуміло, що... Ми, во-первых, самое главное – це наблюдение за родинками. Я хочу обратить особое внимание людей, что первоначально ни доктор, ни соседка, вы сами себя обязаны осматривать раз в месяц. Этого достаточно при хорошем освещении, с зеркалом в полный рост, и желательно еще одно зеркальце иметь, которое вы можете посмотреть себя, например, со стороны сзади осветить. Юля, послухаємо глядачку або глядача, побачимо, хто там, і продовжимо про родинки. Вітаю вас, ви з нами, говоріть, будь ласка. Добрий день, мене звати Василь, я з Житомирської області. Так, Василь, добрий день. Є ці родинки, але я так понял, що це меланома, але міліметрів 5, то що мені робити? На сонці не буде? Чи має щось полічитися? Ви думаєте, що ваша родинка вже переродилася в меланому? Да. Если вы уже такое подозреваете, мой вам совет – обязательно обратиться за специализированной помощью. В плане перерождения предракового состояния в раковое состояние обязательно есть определенный период времени, который мы еще можем сделать вовремя любую ситуацию. То, что не будете появляться на солнышке, это не спасет от ситуации. Оказание специализированная помощь, осмотр дерматолога, онколога и решение вопроса – это просто родиночка, и мы с ней живем, аккуратненько относимся к солнышку, либо это онколог. І треба одразу ж вирішувати вопрос. Тому що цей рак, він дуже небезпечний. Він агресивний, так. Да. 80% людей, що хворіють на меланому, гинуть. Тому будьте уважні, сходіть краще до лікаря. А на сонце вам не можна. І Юля, я нормально справилась? 100%. Ви умнічка. Дякую. Юль, ми говоримо про родимки. Тобто, ось таке питання. Скільки, в якій кількості це норма, наприклад, у людини? Нету поняття норми чи патології. Є особливість іменно даного чоловіка. Якщо у чоловіка врождене состояние диспластичні родинки, він обязан проходити раз в півгода дерматоскопічне дослідження, осматривати себе і правильно відноситися до сонця.
есть пластичные, это те, что постоянно появляются, чи як? Нет, смотрите, есть большинство родинок, которые мы рождаемся, но они, по сути, бесцветные на коже. И когда ребенок, простите, начинает уже находиться на солнышке, загорать, они как бы проявляются, и мы уже видим. Если эти родинки растут вместе с ростом ребенка, это безопасная ситуация, если при этом родители профилактируют, не сгораем мы на солнышке. Да? Мы должны понимать, если мы сегодня сгорели, завтра онкология не выскочит. Она выскочит лет через 10-15. Разумею. Поэтому сегодня, если мы профилактируем, то через 10-15 лет мы с этой проблемой не будем обращаться к врачу и не будем терять свои драгоценные нервы, время и деньги. Тобто, кількість не так важлива, яких якість цих родимок. Так я зрозуміла? И количество и качество играют определенную роль. Угу. По сути, есть два основных фактора, которые приводят перерождение родинки в онкологию. Это сгорание на солнце и это постоянное механическое раздражение. Например, там, трение поясом, трение постоянно надрыв. Если один раз вы надорвали родиночку, это не значит, что она уже завтра переродится в онкологии, если в ней уже не было таких запущенных процессов до этой ситуации. Если была повреждена родинка, конечно, вы обращаетесь за помощью для обработки в медицинское учреждение, например, там скорая помощь, приемный покой, куда считаете нужным. Но самое первое, надо просто сухой ваточкой придавить и остановить кровотечение. Просто сухое тампонирование. Больше ничего сверхъестественного делать не надо. Если вдруг при какой-то ситуации оторвалась родинка, обязательно сложите ее в ваточку с винтик, с смоченным физраствором и отдайте в гистологическое отделение на исследование. Пусть гистолог скажет, что там ничего нету, все хорошо, и мы будем жить спокойно дальше. Тобто ми вже почали говорити про родимки, які потрібно видаляти. Тобто якщо вони знаходяться в місцях, де можуть бути пошкоджені, тобто там, де, наприклад, у жінок бюстгальтер, да, я не знаю, чоловіки там, де вони голяться, в принципі, це вже є показ для того, щоб видалити цю родимку. Да, да, навіть якщо вона, в принципі, не злоякісна і немає позивів до того, щоб тут переродитися. Тут більше процес профілактики. Угу. Ко мені, як дерматонкологу, обращаються чаще всего з перестраховаться, либо с эстетической проблемой. Если пациенту она не мешает и не давит на мозг, и он эстетично с ней прекрасно выглядит, это его личный выбор, я говорю, да, доброкачественно, все хорошо, отпускаем, хотим наблюдаемся, хотим профилактируем. Юля, як фахівець може сказати, подивитися на родинку і сказати, що це насправді доброякісна або родинка, яка може з вами жити все ваше життя і не звертайте на неї уваги. А подивитися і сказати, це вже є ризик того, що вона буде злоякісною. Тобто, які методи дослідження, які методи діагностики? Тому що я, вибачайте, розкажу, чула дві різні думки. Одна людина, лікар, розказав, що можна брати біопсію саме з місця, де родимка є, тобто частинку родимки. Інший лікар сказав, що в жодному разі не можна влазити і нарушити цілісність родинки. Так, цілісність цієї структури. Треба її видалити всю і віддати на гістологію, ну, тобто на аналіз. От що ви з цього приводу скажете? Чим ви керуєтесь, коли ви вирішуєте, яке повинна бути далі поведінка людини, що прийшла з родинки? Ну, во-первых, это компетенция врача. Да. Повышение курсов никто не отменял, и разбираться четко в диагнозах – это тоже как бы необходимое условие врачебной деятельности. При осмотре, во-первых, сбор анамнеза. Если появилась родинка в течение полугода, до этого не было, и начинает расти, у нее есть какие-то субъективные ощущения, она чешется, она шелушится, на ней не заживает какая-то раночка – это уже прямое показание за обращение к медицинской помощи. При осмотре у врача доктор осматривает и макроскопически, то есть то, что мы видим глазом либо под лупой, мы уже видим какое-то образование и на что оно может нам, какой диагноз мы можем предположить. Плюс есть сейчас прекрасный метод дерматоскопии. Обалденнейший метод, я его обожаю и призываю всех врачей-дерматологов, которые еще не освоили пользоваться этим методом и обучаться этому методу. Если у вас этот диагноз макроскопический и микроскопический сложился в одну картинку, вы уже дальше решаете по поводу этого новообразования, что с ним делать. Если вы видите, что вы видите глазом одно, а другое, это уже прямое показание на консультацию к, например, с хирургом, дерматоонкологом с хирургической специальностью. По поводу удаления части биопсии я тоже категорически не согласна. Либо мы удаляем полностью и потом решаем вопрос о расширенном иссечении, либо мы наблюдаем, если нет никаких признаков патологических изменений. А давайте научим людей, ось ця система АКОРД, вона ще працює?
Да, прекрасно. Тобто навчимо самостійно діагностувати. Це не для того, щоб щось робити, лікувати, а просто для того, щоб людина вміла і розуміла, коли вже час іти до лікаря. Оця система АКОРД, кожна літера щось обозначає. Так, розкажіть нам. Ми при осмотрі новообразования, во-первых, если на ровной поверхности чистой кожи появилось новообразование, это уже должно насторожить. Правильно? Не всегда меланома появляется с родинки, с клетки, которая состоит родинка. 50% появляется на ровной коже. Тобто це може бути як пігментація певною мірою. Да, 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 да. И у нас, если новообразование больше, чем 6 мм, у него неправильный цвет, неправильные края, деформированные. И если, в принципе, появление таких субъективных ощущений, как зуд, шелушение, появление ранок на поверхности, это уже более поздние проблемы на более усугубленная ситуация данного новообразования. То есть, чем раньше вы обращаете внимание на то, что изменило цвет и качество родинки, тем быстрее мы окажем медицинскую помощь и словим тот самый момент, когда можно обойтись только каким-то легким иссечением, без химиотерапии, без тяжелых последствий. Юлечка, навчить мене, як маму, в моєї дитини, у моєї доньки, в неї багато родимок. Як мені за ними слідкувати? Тому що, от дивіться, я подивилася вчора на неї ось так, завтра я вже забула, як воно виглядало. Є якісь такі лайфхаки, які ви своїм пацієнтам радите, що робити? Якщо повністю багато родин, тоді немножечко складніше, то, звісно, вже треба... Во-первых, є зараз шикарні у всіх гаджети, є прекрасні фотоапарати. Честно, вы можете сфотографировать. Да, да, да. И можете сравнивать до и после. Но понятно, что это должно быть в одинаковом ракурсе при одинаковом освещении. Если у нас какая-то родинка есть не совсем хорошая на вид, можно взять обыкновенный кусочек клееночки, приложить и по другой стороне обрисовать это пастой. И потом, если мы забываем, какого она была размера, просто прикладывать как планшет и смотреть, изменилась ли форма, изменился ли размер. Если изменяется форма и размер вместе с ростом там ребенки, то это принципе, одна ситуация, это нормально. Доброкачественно, да, это нормальная ситуация. Но если она изменяет свой цвет, изменяет форму в разные края, и вы видите, что там игра красок идет, это уже должно обратить на себя внимание. Добре, про родинки ми все поговорили, ми тепер поговоримо про новоутворення, так? Да, новообразование. І ми просимо цю картинку, чи ще нам рано? Давайте посмотрим. Ну, давайте, ми розкажемо, чому виникають ці новоутворення. Це все ж таки знову сонце впливає? Зачастую, да. Ну, є дуже багато новообразування на кожі, але то, що ми можемо самі профілактувати, і якщо була ровна чиста кожа і з'являється непонятне образування з непонятними краями і язвочками, нас це має насторожувати. Да, чітко видно, що це рано. Если это ранка, ой, я мажу уже, там, часто пациенты говорят, мазью Вишневского или там другими мазями, уже полгода, она то зажила, то опять открылась, зажила, открылась. Такие хронические вялотекущие процессы не должны настораживать пациента. В любом случае... А вот посередине, что это? Это называется болезнь Боина. Это... Раньше считалось, что это предраковое состояние, следующая стадия, тоже плоскоклеточный рак. Но сейчас уже в новых исследованиях доказано, что это рак инситу. То есть это уже раковые клетки, которые еще не дали метастазы. Просто выглядит, как обычный синяк. Чи я не знаю, может, как людина, ніби, ну, десь там пошкодила. Ну, когда синячок, мы знаем, и он проходит свои стадии цветения, изменения цвета, и потом кожа восстанавливается и делается еще лучше, потому что запускается регенерация. Но если идут четкие воспалительные процессы, если четкие изменения пигментации, и на них воспаление хроническое с корочками, корочки либо тяжело отделяются, либо сами отпадают, это уже обязательно должно обращать на себя внимание. Так что, можно вторую картинку показать? Это когда мужчины рано лысеют. Сначала волос у нас одна из защитных функций от ультрафиолетового облучения, и потом очень часто находится на прямых солнечных лучах. Мы получаем сначала фотоповреждение, это пигментные пятна. Да. Потом сибарейный кератоз. На другой картинке есть такой момент сибарейного кератоза. Это так, сухие наслоения гиперкератотические. Юль, от таку, наприклад, проблему, як побачити? Це може побачити лише близька людина, я так розумію? Да, обов'язково обращаю ваше внимание, що у нас є родні і близькі, і не составляє труда раз в місяць або раз в полгода осмотреть повністю, особливо дітей, або родних, близьких, наприклад, пожилих, які ну, не можуть там піднятися і осмотреть ну, себе там со стороны. Може і не відчувати, тому що змінюється, ну, в будь-якому випадку, ми навіть коли моємося, ми засипаємо себе і
когда ровная чистая поверхность, это одни ощущения, когда что-то под пальчиками появляется, это совершенно другие ощущения. Рассказывайте про эти картинки. Да, вот фото повреждения кожи. Но со временем, проходя 10-15-20 лет, они могут приводить к развитию плоскоклеточного рака. Это выглядит ужасно, но это довольно-таки доброкачественное состояние, которое можно спокойно наблюдаться и не обязательно оперироваться. Но обязательно обращаться. Ніби нічого тут немає такого. Якийсь листочок, ніби такий малюнок. Да, да. Это шрам, и после удаленной базально-клеточной карциномы, базально-клеточного рака, и на этом шраме повторно был рецидив родинки. Если у пациента была онкология кожи, то обязательно пациент становится на учет и раз в полгода, раз в 3 месяца, в полгода осматривается, чтобы не упустить момент рецидива. Так, а вот это еще? Это называется кожный рог. Очень часто патология у пожилых людей. В своем основании, при длительном нахождении на коже, он тоже может быть предраковым состоянием плоскоклеточного рака. Ну, это схоже, ніби это просто прыщ якийсь. Базально-клеточный рак. Да, маленький прыщичек, да. Давайте приберемо вже картинку. Да, убираем. Прошу, забирайте картинку. Давайте, Юля, будемо говорити. Коли виникають, хто в групі ризику, от такі проблеми. Угу. Саме ми кажемо про новоутворення вже. Це здебільшого злоякісні, я так розумію. Чи тут є і доброякісні? Тут є і доброкачісне. Очень часто распространенная ситуация – это сиборейный кератоз. Очень частая ситуация. Выглядит ужасно, черные такие наслоения от светло-коричневых до черных. Но при правильном осмотре оценки ситуации обычно безобидны. Больше эстетический момент, когда пациент проводит рукой и чувствует под руками такой, как твердая ситуация. Это зависит от віку, эти захворю? Да. Чем больше возраст, потому что мы обычно активная наша часть проходит в молодом и среднем возрасте, особенно на солнышке, и либо связана с профессиональной деятельностью, например, у нас город Одесса, очень много моряков, которые в южных регионах работают, сгорают на солнце, и потом впоследствии уже 20 лет не работая, приходят уже с проблемами после фотоповреждения кожи. Угу. Тобто це причини в молодості, вік є одна з причин, коли виникають ці, що ще, зниження імунітету? Естественно, смотрите, такой механизм, простыми словами, когда ультрафиолет повреждает, может быть, прямое повреждение клеток кожи и может быть опосредованно. Опосредованно – это возникновение свободных радикалов, которые приводят к нарушению синтеза белков и, естественно, приводят к мутации и изменению клеточек. И есть непосредственно повреждение ДНК. Когда иммунная система молодая, здоровая, не пережита еще там куча-куча стрессов, это повреждение держится под контролем. Только у человека какие-то идут изменения и возрастные, и по здоровью, и какие-то стрессовые ситуации, этот контроль снижается, и у нас начинают появляться какие-то нехорошие дела. Особенно, когда мы с женщиной, когда у нас угасает функция яичников, изменяется гормональный фон, это тоже идут изменения. А чи легко діагностуються ці проблеми? Тому що ніби ми з вами подивилися, все ясно. Чесно, але ж люди пізно приходять до лікарів. Это больше наши страхи. В нашей клинике запускалась такая программа «Не страшный доктор». Очень много у людей страхов, потому что вдруг сейчас скажут, что рак, вдруг надо минимальное количество денег, большая проблема с социальной адаптацией, люди боятся. Я прошу прощения у своих коллег непрофессионализм докторов, потому что я сталкивалась с ситуацией, когда врач говорит, не болит, не трогай, а ко мне уже приходили, когда упускали это драгоценное время. Тобто, якщо ми... Не потрібно зволікати, скажімо так. Да, так? Видите, не надо жить в страхах и бояться. Если вовремя выявляется, все, можно оказать помощь, полноценную помощь и продлить свое качество и длительность жизни. А які методи лікування є таких проблем? Если мы уже говорим о лечении, это зависит от новообразования. Очень много сейчас современных методов, и в зависимости от диагноза, естественно, это удаление. В первую очередь это удаление, если еще нет момента метастазов. Есть и СО2 лазер удаления, и криодеструкция прекрасная, и радиоволновое излучение как метод удаления, и хирургическое иссечение с обязательным подтверждением данного удаления биопсией. Если уже тяжелая онкология, это уже на уровне онкодиспансеров решается. Радіотерапія, хіміотерапія, да. Зрозуміло, у нас є запитання на Фейсбук, давайте подивимося і продовжимо говорити.
Чи може родимка зникнути? Цікаво. Да, є несколько ситуацій. Перша ситуація, так називаємо сетана либо гала невус, коли дійсно була родинка, вокруг неї появляється біле чітке п'ятно, і постепенно внутрі ця родинка розсасується, у нас остається, як після вітіліго, біле п'ятнишко. До сих пор дуже... ще не вітіліго? Ні, це особливе состояние, коли сам організм розсасує цю родинку. Є така ситуація, але ми повинні розуміти, що це біле п'ятнишко, оно взагалі не захищено від сонечка. Сонцезащитний крем використовувати обов'язково. І є більш страшне, ну, це якби нормальна, доброкачественна ситуація, ми просто наблюдаємося, більше нічого. Не треба і остатки удаляти, нічого не треба, все хорошо. Є друга ситуація, так називаємо, коли у чоловіка виникає меланома, вона спочатку розростається, до разных размеров, от сантиметра и до ладошки. И потом определенный период называется регресс меланомы, когда она обесцвечивается. Это плохой прогностический случай. Конечно, это уже оценка то-то специалиста. Это не проходит проблема. Это не, да, есть невус, на иншу стадию перешла. Галаневус, либо невусетана. Это особенность этой родинки, и он себя так ведет. Угу. Мы контролируемся у доктора. И второе, это когда это уже ухудшение состояния, усугубление ситуации по меланоме. Я вообще хотела про меланому поговорити, але враховуючи запитання, Юля, розкажіть, от такі з'являються на тілі червоні цяточки, тобто не класичні родинки. А я спочатку думала, що вони потім темнішують і стають родинками, але ні, вони залишаються такими червоними. І увеличуваясь в розмірі іноді до вішенки. Да. Ну, може бути, але Бог милував, поки що вони маленькі. Розкажіть, що це таке і називається... чи варто їх прибирати? Фіброгемангіома – це клубочок сосуду, який потеряв свою можливість сокращатися. И со временем там идет застаивание крови, при этом постепенно, очень медленно, но увеличение в размере. По онкологической настороженности ничего нету страшного, но чем неприятный момент, если мы его повредили, он сильно кровоточит. То есть там надо сделать тампонаду и очень длительно подержать. Очень сильно кровоточит. Это единственный такой неприятный момент. Я просто вибачте, я перебуваю. Да. Есть еще очень крайне редко, но она все равно есть, беспигментная меланома. Она выглядит как красненькая маленькая пятнышко, либо клубочек с розовым оттенком, малиновым оттенком. Она может быть своеобразная, но если ее размер больше 6 мм, лучше перестраховаться, посмотреть, сказать, что все спокойно, все хорошо, живите дальше, чем упустить этот момент драгоценный. Юль, я просто чула думку, что их обов'язково треба прибрати. Навіть якщо вони малесенькі, не заважають. Если мы говорим о гемангиомках, да. По онкологии нет настороженности, по эстетике – да. Краще прибирати. Да, да. І чим менше маленькі точечки, тим лучше вони удаляються без последствий, без шрамів. А чи всі великі родинки варто прибирати, чи ні? Ні, я не вважаю нужно. У мене була ситуація, коли мама вважала, що треба всі родинки убрати, і ребенка убрала, у ребенка була склонність к килоїдним рубцам, ребенок повністю зроден килоїдними рубцами. Ну, не вважаю нужно. Якщо ви профілактируєте правильно родинки, якщо ви їх наблюдаєте, прийдіть раз в полгода на осмотр, це 5 минут, і живіть спокійно. Не треба, ну, вот так вот издеваться на кожу ребенка. В істерику впадати не потрібно. Не треба, да. Добре, давайте ще раз повторимо, які ми прибираємо ще раз і підемо до меланоми. Какие мы убираем? Это либо только появились, ну, появились в течение там нескольких месяцев до полугода, либо изменили свою форму, размер, либо находятся на местах постоянного повреждения. Або выкликают зуд, биль и всякие да. такие неприятные вещи. Еще такая ситуация, когда у меня болит родинка. Родинка какая была, такая осталась, все отлично. Чаще всего это находится на спине, но это проблема больше остеохондроза. Нервное окончание раздражается именно в этой части. И родинка, и радиация, ощущение зуда. Зуд – это слабая боль. Организм сигнализирует, что что-то где-то не так. И часто люди приходят, говорят, у меня родинка болит, чешется, что-то не происходит. Говорят, нет, родинка, все хорошо, мы диагностировали, просто решайте вопрос с остеохондрозом и спиной, и все станет на свои места. Это, знаете, Юля, я дуже люблю нашу программу, потому что она просвітницька, она допомагає людям більше знати, піднімає культуру, медичну культуру людини. Але ж ви знаєте, в кожній програмі я знаходжу симптоми у себе. Як от Жером. Полностью засмотрю. Подивитесь на мене, скажете, що я здорова. Дякую. Давайте про меланому поговоримо. Це рак, який дуже агресивний. Так, один із самих агресивних. І часто зустрічається. Ну, часто по сравнению с чем? Если брать на миллион, то часто. Если на 100 тысяч, то не так часто. В этой ситуации самым лучшим моментом является профилактика. Вовремя выявления. И плюс обязательно, это, конечно, внимание с пациента к самому себе же. Если видите, что на ровном месте появилась ситуация, не будет нравится... Будет ли пятно?
Ну, тут тяжело судить. Пятно может быть разное. Может быть дерматологическое заболевание, может быть меланома. Что может насторожить? Появилось на ровном месте, размер больше, чем 6 мм. И разный цвет, совершенно разный цвет. У родинок очень часто идет более концентрированный коричневый цвет по центру, и к краям он осветляется, и он равномерный. И лучше всего, когда родинка одного цвета. Но если появилась на ровном месте, и она совершенно разного цвета, лучше перестрахуйтесь. Лучше сделайте диагностику и не упускайте драгоценное время. Тим паче, що у нас періодично, безкоштовно роблять такі скринінги для всіх. Да, приклад, є дні меланоми, прекрасний день, 20 апреля, якщо я не ошибаюсь. І плюс профілактика. Так, не згорають на сонце і прекрасний... Скажіть, що ми ще повинні знати про меланому, щоб і поговоримо. У нас ще 10 хвилин. Ми ж хотіли ще про профілактику з вами поговорити. І, Юль, можливо, я про щось забула запитати. Подумайте. Мені кажеться, поки так нормально йдемо, нормально. Тобто, що ми про меланому ще повинні знати? Що? Вовремя виявити, вовремя удалити, увеличити качество і длительність життя. Давайте поговоримо ось такі, ситуація, коли все ж таки поставили діагноз меланома. Треба сказати, що не варто панікувати, і це не вирок одразу. Це 100% є стадії. Чим раніше виявлено, тим длительніше у чоловіка є качество і длительність життя. Тобто просто не треба боятися лікарів, не зволікати. Я ще раз хочу обратити внимание, що ні за неділю, ні за дві не розвивається онкологія. І ждать, наблюдать не треба. Видите, що щось відбувається не так і себе ведуть як-то не так. Лучше прийдіть і перестрахуйтесь. Юль, а яка стадія, остання, четверта, зрозуміло? Да, метастази. Як швидко вони проходять ці стадії? Чи у кожного індивідуально. Дуже індивідуально. Є різні форми меланоми, є поверхностно розпространяющаяся, є узловая форма, есть форма, когда расположение онкологии меланомы на ладонях, подошвах, это дистальные формы, есть беспигментно, она, конечно, самая агрессивная. Поверхность распространяющаяся за счет того, что ее можно увидеть ее повреждение, она как бы, не то, что менее агрессивна, все равно меланома остается меланомой. Я розумію, це таке трішечки запитання, не знаю, як не для розумної людини, але ж я заходила в інтернет, я бачила, як багато запитів, як прибрати родинку в домашніх умовах. І порад багато я бачила, і ниткою зав'язують, і щось там чаклують, і якісь трави. Во-первых, родинкою називають все, що не лень, від бородавки до м'якої фіброми. До рака. Пожалуйста, не ставьте сами себе диагнозы, пожалуйста, выпускайте драгоценное время. Во-вторых, когда начинают выжигать, очень часто я сталкиваюсь с тем, что сами выжигают какими-то химическими веществами, которыми, например, мы усушиваем бородавки. У нас чистотел очень любимое. Мало того, что вы оставляете очень сильные рубцы, рубцевание, и я не знаю, что было до этого, чтобы сейчас судить о состоянии рубца. И приходят с килоидными рубцами, которые зудят, которые болят, нам приходится этот рубец иссекать, не зная, что было до этого. Вы хронически наносите хроническое повреждение на родинку, и как она выстрелит, и куда пойдет внутрь ткани, мы тоже не можем ответить. Как она может переродиться после этого? Да. Взагалі, цей чистотел – це жесть. Вибачте. Я согласна. Але люди його щось купують, щось там роблять. Я дивилася навіть. А я повижигала, і все хорошо. Хорошо, ти повижигала. Ну, ти сказала, це сусідки, сусідка з сусідки, а хтось повижигала не те, що треба. І це життя чоловічська. Юлечка, варто зберегти життя, не займатися самолікуванням. Ми зараз будемо говорити про профілактику, але спершу у нас є глядач, давайте з ним поговоримо. Вітаю вас, ви з нами, як вас звати? Добрый день. Добрый день и вам. Я хочу спросить у Юлечки по поводу папиллом. Так. О, цікаве запитання. Вот это папилломы, что с ними можно делать? Потому что на теле их очень много. Пожалуйста, Юлечка, ответьте. Есть несколько ситуаций. Первая ситуация, когда папилломы вирусного генеза. Если честно, их только удалять. Больше вы ничего такого не сделаете. Как з'ясувати, який генез? Исследование, диагностику делать. Це здати анализы. Анализ крови? Да, можно анализ крови. На папилломовирус? Да. Есть ситуации, когда очень часто у женщин после 40-45 лет изменяется масса тела, нарушается метаболический синдром, человек резко поправляется, и в местах постоянного трения появляются эти папилломы. Очень часто они даже пигментированы. Это
это шея, это подмышки, это у женщин под молочными железами. А що це за новоутворення взагалі? Наскільки воно шкідливе і як прогноз у нього який? Доброкачественный прогноз, если эта дошка не перекручивается, не вызывает трофическое нарушение данного образования, в принципе, ничего там страшного нету, эстетически неприятно. Неприятно само себе и неприятно рядом находящимся. Но это нарушение метаболического синдрома, на фоне гормональных изменений, нарушение метаболического синдрома и места постоянного повреждения трения. То есть это к вирусному генезу особого отношения не имеет. Также есть агрессивные на половых органах, это генитальные кандиломы, бородавки, если, которые могут впоследствии приводить к онкологии у женщин, к раку шейки матки, тогда надо обязательно делать, обязательно раз в году женщине сдавать анализы и скрининг на онкогенный папилломавирус. У мужчин тоже предраковое и раковое состояние на слизистой и уретры. Якщо ось так, як у жінки багато папілом, що їй робити? Постепенне удалення. Тобто йти варіант. І прибирати. Да, да, да. Знову ж таки, бачила багато там... І ниточки перев'язували. Да. Забули про це. Да. У нас, Юлечка, ваша друга камера, ви можете звернутися і сказати, будь ласка, не робіть, нічого не перев'язуйте, не мажте, ідіть до лікаря. Да, обов'язково. Нам треба поговорити про профілактику. У нас є там прекрасна картиночка. О, дівчатка, поставте, будь ласка, картинку про профілактику. Я вже й забула, що в нас картинка є. Соблюдение елементарних методів профілактичних. Первое. Обязательно предохраняться от чрезмерного солнечного излучения. Мы должны понимать, что самое активное солнышко – это с 10 до 16. Это не быть просто под солнышком, а вообще не быть на улице в это время. Оно самое агрессивное солнышко. Юля, а как же море, солнце, пляж? Встаем в 5 утра, 2 часа до 7 утра наслаждаемся солнышком, а потом полностью прячемся длинные хлопчатобумажные одежды. А те места, которые у нас не закрыты, обязательно наносим солнцезащиту. Защитный крем. Одежда, что такое солнцезащитный экран, это либо то, что отражает солнечные лучи, либо то, что поглощает, не нанося повреждения на кожу. То есть одежда, очки солнцезащитные, которые отражают, это тоже является профилактикой, да, защитой этих образований. Также обязательно должны учитывать то, что близкое нахождение к воде, солнечные лучи отражаются еще большей силой, влияют и от песка, и от снега. Есть у нас люди, которые могут себе позволить шикарный отдых, то есть на горнолыжных курортах тоже прекрасно получаем ожоги. Зрозуміло, с 7 до 10, далі. Использование солнцезащитных кремов. SPF фактор, я за то, что больше 50. Потому что 10, 15, 20, это в принципе не о чем. Это за хлебом сходили в магазин, можно нанести. Но если мы находимся на прямых солнечных лучах, солнцезащитний крем 30 – это минимум. Тобто 50 – да, лучше. Постійно, незалежно від того, якщо там з'явилася вже перша засмага, ми переходимо на менший SPF. Ні? Нет. Любой загар – это фотоповреждение кожи. Далі. Солнцезахисник. У нас 2 хвилини. Использование, да, использование одежды. Обязательно кепки. Волосы тоже, кстати, повреждаются, фотоповреждения. А мы, девочки, мы хотим иметь красивые волосы. Не повреждайте. И соблюдение техники безопасности, конечно. Неиспользование ароматных духи, туалетная вода, когда вы находитесь на солнышке. Потому что эфирные масла, которые там содержатся, делают фототоксическую реакцию. Не пить алкоголь и соблюдать обязательно водный режим. Пить побольше водички, чтобы не было... Ох, и сувора, вы лекарка, я вам скажу. Я за адекватное отношение к солнышку и к загару. Юлечка, я вам дуже дякую. Було дуже чудово і весело, і при тому дуже корисно і цікаво. Ваша друга камера, глядачі чекають від вас побажань. Дорогие друзья, зрители, пожалуйста, любите себя, свое здоровье и в вашей власти продлевать качество и длительность вашей жизни. Ой, довгого нам усім життя, нехай сонце світить, але ми на ньому не смажимося. Я рада була, що ви були з нами. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Нагадаю, що з нами була Юлія Бондар, лікар-дерматовенеролог. Зустрічаємося з вами завтра о 17:15 у цій самій студії. А поки що бережіть себе та будьте здорові. Па!